Азербайджанцы, проживающие в канадском городе Торонто, собрались, чтобы почтить память мирных граждан, ставших жертвами военных действий, которые длились с 27 сентября по 10 ноября. Мотивом послужило донести до канадской, а вместе с тем мировой общественности, неприемлемость агрессивной политики Армении, направленной против простых мирных жителей. Участники акции заявили, что считают своим долгом противостоять вандализму и донести свой голос до всего мира. Митинг имел символичный посыл, держали в руках митингующие подушки, дабы показать нападение на мирных жителей Азербайджана. В основном происходило в ночное время, когда люди мирно спали в своих домах. В завершении память погибших почтили минуты молчания.